醒来，跃上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，悲欢与成败，在这世间的某处曾经真实存在。第一道阳光穿过夜的阻挡，向我最最挚爱的梦想找出形状，无论荣耀沉寂，心有个方向，像一道阳光在夜空怒放，ты решила быть комментатором, чтобы помочь Убаю? Нет, конечно нет. Ты можешь обдурить других, но не меня. Я не вру, пап, правда. Взгляни, твоя дочь уже не молода, поэтому, естественно, должна перейти на сложную работу. Будучи комментатором, буду мелькать по телевизору. Я должна показать всем свое милое лицо и использовать его. А самое главное, я так устала заботиться об этих парнях в СИПИ. Столько проблем, мне правда полезно сменить работу. Ты так любила свою работу. Будешь ли ты счастлива, работая комментатором? Не будь предвзятым. Комментаторство — нелегкое дело. Нужны профессиональные знания, умение приспосабливаться, развитое красноречие. Я должна усердно трудиться. Ладно, пап, не переживай ты за меня. Все хорошо, я в порядке. Детка, я знаю, ты с детства не любишь жаловаться. Когда вы с сестрой дрались, она плакала весь день. Все об этом знали. Но ты, если бы не спросила, ты бы и слова не сказала. Если бы не знал, подумал бы, что ты не моя. Я хорошо знаю. Ничто не изменит твоего решения, если ты его уже приняла. Поэтому больше не буду пытаться тебя переубедить. Просто запомни. Я не хочу. Не хочу, чтобы ты была несчастна. Когда ты в будущем будешь принимать решение, думай больше о себе. Поняла. Хорошо. Отдыхай. Что бы хотела завтра поесть? Как всегда. Хорошо. Молоко, хлеб и пирог с репой. Выпей перед сном молока. Спасибо, пап. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пап. Ложись спать пораньше. Ты тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы госпожа Айцин? Да, это я. Ваша доставка. Доставка? Это должно быть ошибка, я ничего не заказывала. Это от вашего друга. Он сказал доставить вовремя.
Даже доплатил за это. Кажется, это еда. Еда? Съешь, когда проголодаешься. Я знаю, от кого это. Спасибо. Да, хорошо. Ты так хорошо меня знаешь, все мое любимое. У меня высокий IQ. Что могу поделать? Дай взглянуть. Позволь кое-что узнать. Просто посылай. Что съешь сначала? Разве тебе больше всего нравится не мясо? Я впечатлен. Хорошо. Позволь использовать. Айдзен, тебе нравится сушеное мясо? Айдзен. Тебе нравится сушеное мясо? Какое еще мясо? Забыл, что я на диете. У тебя есть этот напиток? Да. Хочешь выпить? Как будто я рядом с тобой. У тебя жар или сильно нервничаешь перед ITBR? Почему они хоть и сестры, но так отличаются? Что ты там бормочешь? Как две сестры с парнями могут вести себя по-разному? А мне-то откуда знать? Как ты ведешь себя с Айдзен? Конечно же, я главный, а она как зайчонок. Как же еще? Правда? Тогда почему я вижу, что ты болтаешь не чаще, чем Айдзен с Убаем? Тебе кажется. Говорю тебе. Дома. Дома она делает все, что я ей скажу. Вот тут я, а здесь она. Она ест моего разрешения. Всегда меня слушается. Понятно. Привет, Айдзен. Соскучилась? Нет, это невозможно. Как я мог тебе не ответить? Это 97. Он не переставал болтать. У меня не было времени взглянуть на твое сообщение. Как я мог тебе не ответить?
Я всегда сразу тебе отвечаю. Нет. Мы всегда будем друг друга любить. Никогда друг от друга не устанем. А как же главный? Поверь мне! Слушается меня, хвастун. Сейчас все в хорошей форме. Шэньчжэ знает, как настроить свой стиль игры и лучше влиться в команду. 97-й, он тоже многому научился. В общем, всеобщее сотрудничество и понимание стратегии на уровне. Однако, позиция Джоуи нестабильна. Ты тоже это заметил? У него нет проблем со способностями. Просто не хватает уверенности. Написанный им код очень прост, а его логика ясна. Но скоро соревнования. У нас мало времени. Если будет нервничать, совершит мелкие ошибки. Да, капитан, лидер. Я слышал, что вы сказали. Я не хочу тянуть команду вниз. Не переживай. За эти дни я вместе с тобой разберусь с кодом «Ничто» и «Мусорки». Перед ITBR мы должны избавиться от всех недочетов и не позволить SP узнать о слабостях КНК. Сделаю все возможное. 3 года. По моим оценкам подготовки, ваши показатели намного лучше, чем я ожидал. Я с нетерпением жду вашего выступления на ITBR послезавтра. Не переживай, лидер. Оставь это на нас. План тренировки на завтра прежний. Мы поедем в отель днем. Есть возражения? Нет! Тогда решено. Собрание окончено. Вы идите. Мне нужно ответить. Алло? Почему задержался? Был на собрании. Кстати, мы собираемся в предложенный отель завтра. Буду готовиться к репетиции днем. Я пойду с тобой. Правда? Внимательный мой. Тогда увидимся завтра. Хорошо, мне пора. Угощу тебя ужином. Хорошо. Подумай, что хотел бы съесть. Не считая тренировок, все остальное время я по тебе скучаю. Больше ни о чем не думаю. Я не слышу. Не толкайте. Не толкайте, я не удержу. Нет. Мы... Я немного устал, возьму перерыв. Тренироваться не идете? Тогда отдыхайте. Тренироваться? Пойдем? Джоуи, ты чего здесь спишь? Пойдем. Пошли тренироваться. Идем. На земле холодно. Что случилось? Ничего. Давай поговорим, когда встретимся. Ложись пораньше. Ага, спокойной ночи. Спокойной ночи. Так сосредоточена? Зачем приехала так рано? Репетиция еще не началась. Я впервые комментирую такое большое событие. Нужно подготовиться. Такая надежная. Кстати, у меня не было времени поблагодарить вас.
за такую чудесную возможность. Поблагодарить? За что? Не нужно. Говорю тебе, это было абсолютно беспроигрышное решение. Подумай, единственная богиня древних божеств, Эпплдог, стала комментатором. Бывший лидер СП, девушка действующего капитана КНК. С такими заголовками количество просмотров определенно возрастет. Вы правда... Не могу сказать вам ничего приятного. Мне нравится слышать приятные слова. Ли Суй Цян, что это? Прожектор? Я говорил тебе, не делать их одинаковыми. Нужна эстетика. Направь в разные стороны. Это менеджер. Что с туннелем? Прожектор? Кому хочешь досадить? Как ты повесил плакат? Как вставил? Я говорил убрать. Сделать прозрачным. Хочу взглянуть отсюда и... Господин Сян. Господин Сян. Здравствуйте, господин Сян. Простите за беспокойство, я... Здравствуй, господин Линь. Богиня! Ты просто... прекрасна. Сяо Линь в последнее время усердно трудится. Но послушай. Да, пожалуйста, не делай эти причудливые вещи на плакате. Хорошо, сделай обычные, понимаешь? Как скажете. Хорошо. Оставлю вас двоих. У меня есть дела. Хорошо. Пока. До свидания, господин Сян. Богиня. Давно не виделись, менеджер Линь. Совпадение, что это и здесь. Дело вот в чем. Ты знаешь, я усердно трудился. Тогда господин Сян дал мне шанс и позволил Дзяе отвечать за весь дизайн сцены и рекламу. И красотка. Позволь исправить небольшую ошибку. Теперь я... директор Линь. Поздравляю, директор Линь. Тебя так быстро повысили? Не называй меня так. Говори, как нравится. Директор Сяо Линь пойдет. Давно не виделись. Ты выглядишь все так же. Все такой же... Знаю. Это в моем сердце. Как и ты, моя богиня. Давно не виделись. Короткая стрижка тебе идет. Спасибо. Знаешь, после твоего ухода мы набрали пару помощников для меня. Директор, они вполовину не так хороши, как ты. Подождите! Подождите! Видишь, не могут без меня и секунду. Их с тобой не сравнить. Тогда иди, директор Линь. Хорошо. Кстати, богиня. Я вернусь к тебе после твоей репетиции. Немножко поговорим. Захочешь воды, скажи. За воду отвечаю я. Не меняйте. Делайте так, как говорит господин Сян. Мои слова — слова господина Сяна. Зрительские места. Зрительские места. Как прошло? Как сегодня? Идеально. Ты просто талантлива. Хороша в управлении роботами и в роли комментатора. Если так продолжишь, вскоре станешь лучшим комментатором на этом событии. Не говори лишь о хорошем. Критикуй. Критики нет. Просто пару советов. Операторы на арене часто видят то, что не видят комментаторы. Например, срабатывание ловушек и их избегание. Так что комментарии о глубоком понимании игроков понравятся нашим зрителям намного больше. Хорошо. Это будет глубже и оригинальнее, чем обычное объяснение комментатора. Хорошо, господин, продолжайте. Хорошо. Увидимся позже. Хорошо, спасибо. Пока. Пока. Прости, не знала, что сегодня репетиция займет столько времени. Не нужно было меня ждать. Все в порядке. Я даже жаловался, что мало провожу времени с тобой. Айцин. Спасибо. Почему благодаришь? Спасибо за все, что ты для меня сделала. Я не могу вмешиваться в твое решение, но никогда не забуду нашу мечту. На чемпионате Китая я приведу нашу команду к победе. Хорошо, не переживайте, господин Сян. Говорю вам, я все сделал, что вы просили. Линьшань хочет поговорить. Стой! Не двигайся! Стой на месте! Теперь можешь двигаться. Менеджер Линь. Дити, ты тоже здесь? Что здесь делаешь? Приехал забрать свою девушку. Твоей девушкой быть так хорошо, а? Но нужно исправить небольшую ошибку. Я больше не менеджер Лянь. Меня повысили. Позаботься обо мне в будущем. Кстати, богиня. Я думал, мы решили поговорить. Я не нашел тебя, а мы встретились здесь.
Знаешь, что это? Это называется судьба. Кстати, мы же ездили в детский лагерь. Дети по тебе скучают. Они знают, что мы близки. Когда видят меня, говорят, передай Айцин, что это, что то, у него горло болит. И потом директор я сказал... Ли, передайте им мои слова. Скажи детям, что сейчас я занята. И что увижу с ними, когда освобожусь. Договорились. Я так и думал. И тогда они просто... Пожалуйста, выпей воды. Тогда дети сказали, что... Почему еще здесь стоишь? Забирай свою девушку. Не позволяй ее ждать. Иди. Можем идти? Подожди. Знаю, вы близки. Но это общественное место. Неуместно. Что ты делаешь? Я все-таки старше тебя. Что ты устроил? Позволь кое-что сказать. Говори. Она моя девушка. Нужно было раньше сказать. Я всегда чувствовал, что вы идеальная пара. Когда ты сказал, что у тебя есть девушка, я немного расстроился. Божество встретило богиню. Ваша любовь будет длиться вечно. Пригласите меня на свадьбу. Ой, нужно ответить. Алло? Ревнуешь? Я? Нет? Нет? Ревнуешь? О! Давай возвращаться. У меня встреча перед соревнованием. Не расстраивайся. Линшань всегда такой. Идем. Думаю, завтра лучше следовать плану А. Просто используйте эту стратегию, чтобы разобраться с привычками операторов. Убай! Мы составили предварительный план завтрашней игры. Разберусь с ним позже. Капитан, пришла доставка. Я попросил передать ее Айцин. Твоя доставка тоже здесь, я заберу. Не нужно. Садитесь. Давайте. Я не очень хорош в разговорах. Умею только тренироваться. Скоро ITBR. Хотел бы вам сказать несколько слов. Мы отличаемся от SP. Наше подразделение в Китае только образовалось. Нам не сравниться с SP ни по ресурсам, ни по внутреннему устройству. Нас это не волнует. Дай закончу. Мы можем стоять на арене ITBR, и при этом беспокоиться о проигрыше, а затем соревноваться с ними на чемпионате. Было непросто зайти так далеко. Я хочу вас поблагодарить. Спасибо вам всем за поддержку капитана. Убай, ты не прав. Нет, капитан. Для нас честь быть с тобой в одной команде в КНК. Да. Бои роботов. Командная игра. Без всех вас не важно, насколько я хорош. Я бы не смог добиться всех достижений, не говоря уже об участии в завтрашнем соревновании. Все почести КНК я получил благодаря каждому из вас. Довольно красивых слов. Давайте бороться до конца. Бороться до конца. Бороться до конца. КНК! Капитан, сперва поешь. Ешь, чтобы нас поддерживать. 2021 азиатский турнир по боям роботов. Всем привет! Мы ведем прямой эфир с игры ITBR. Как можете видеть, клубы роботов из Китая, SP и КНК благополучно добрались. Это также признак профессионализации, популяризации и коммерциализации игр в Китае. В то же время, учитывая, что наука и технологии не стоят на месте, китайские бои роботов определенно развиваются. Пожелаем SP и КНК удачи в сегодняшней игре. Надеюсь, они представят Китай на мировой арене, принеся нам славу. Давай войдем первыми. Подождем их. КНК! 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 Держитесь. На этот раз так легко не отделаетесь. Не переживай. Мы не дадим тебе шанса выиграть. Просто смотрите, как мы вас победим.
Спустя все эти годы ты все еще говоришь эти фразочки. Ты же не выходишь на арену. Верно. Но мои братья одолеют тебя в один миг. Линень, вперед! Мы с легкостью вас победим. Как и в прошлый раз. Ждите своего проигрыша. Ладно, прекращайте. Теперь вы лидеры команд. Не ведите себя по-детски. Убай. Наслаждайся игрой. Чемпионство принадлежит Китаю. Выход. Надпись. В таком случае важнее всего? Комментируешь в первый раз. Нервничаешь? Честно говоря, немного. Я не нервничаю, потому что знаю, что чемпионство за нами. Так уверен? Ты должен знать, что CP выбрали решительную тактику. Перед лицом личных способностей тактика уходит на второй план. Слишком рано так говорить. Никто не может сказать, кто победит. Это должен быть КНК. Сяобай, знаешь что? Если хочешь узнать о силе человека, сразись с ним открыто. Тогда, госпожа Ай, вы удовлетворены противником, что стоит перед вами? Я с удовольствием сражусь с тобой на пути к чемпионству. Я тоже. Почему ты неожиданно взял кепку? Потому что хочу, чтобы в каждой игре, что ты комментируешь, ты лично меня короновала. Удачи. Мы видим, что в первом раунде разгорелась битва между ничто и царем зверей. Верю, что каждый хочет узнать, кто же в конце концов победит. Сипи! 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 Убай! Верно. Пока что кажется, что, скорее всего, победит КНК. Молодец, Убай! Убай вышел вперед и выиграл первый раунд. В финальном соревновании на данный момент КНК лидирует со счетом 1-0. На финале ITBR КНК заработал преимущество. Убай! 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 Сяолинь. Это моя вина. Я не смог выиграть. Ты пробил стальную плату. Задача по уничтожению чипа ничто выполнена. Не расстраивайся. В следующем раунде выиграешь. Все в порядке. Победа зависит от второго раунда. Ты справишься. Как успехи? Плата полностью уничтожена. Программу стабилизации надо переписать. Внутренние повреждения системы хуже, чем я думал. Но это не важно. В этот раз я справлюсь. Поверь мне.
Врубай! Этот раунд прошел не очень хорошо. Взгляни на Ленине. Похоже, что он собирается кого-то убить. Царь зверей путает ничто. Царь зверей постоянно бьет ничто. В первом раунде ничто победил, но его плата была повреждена. Чип поврежден. Пришлось все перенастроить за короткое время. Сильно не хватало времени. Программа, написанная на скорую руку, скорее всего, будет с багами. Стратегия царя зверей, очевидно, специально спланирована СП. СП снова использует стратегию Тензи. Попробуй снова. 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 Продолжай. Капитан, я пробовал 7 раз. Не думаю, что у меня есть к этому талант. Успех от таланта не зависит. Зависит от того, чему ты научился на ошибках. Не 7-й, так пробуй 8-й, 9-й, 10-й раз. Это сработает. Но теперь ничто, похоже, в порядке. Царь зверей снова начал атаку на ничто. Мимо! Он ударился о колонну. В этот раз ничто воспользовался возможностью столкнуть царя зверей. Столкнуть в зону ликвидации. Атака катапульты! Игра окончена! Убай выиграл очко! КНК выиграл чемпионат ATBR со счетом 2-0! Да! Сегодня мы увидели просто потрясающую игру! Да, давайте снова поздравим КНК! Они впервые победили на межконтинентальном чемпионате! Убай! 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 Поздравляю. Спасибо. Ты выиграл. Молодец. Не загордись. Встретимся на Кубке мира. Ты тоже неплох. Увидимся. Хорошей игры на Кубке мира. И тебе. Подбавим газко. Я приложу все силы. Увидимся на Кубке мира. Увидимся на Кубке мира. КНК! 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 КНК!
Поздравляем КНК с победой на чемпионате ITBR. Команда образовалась лишь год назад в Китае. Они заняли второе место на китайском турнире боев роботов и первое место на чемпионате ITBR. Это невероятно. Убай, тебе есть что сказать? Отныне у КНК нет слабостей. На Кубке мира мы докажем всем, что КНК — лучшая команда мира. Мы лучшие! КНК! 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 Мы лучшие! Чемпионство принадлежит Китаю! Чемпионы! Поздравим снова КНК с победой на чемпионате ITBR! КНК! 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 И сейчас мы узнаем, кто же стал ежегодным лучшим игроком. Победитель этой награды всегда в топе персональной таблицы. Его никогда не обыгрывали. Он также выиграл в игре, что в этом сезоне называется Кубком Фрик. Давайте снова поаплодируем лучшему игроку этого года Убаю. Уверен, вы все знакомы с одним из комментаторов ITBR, Apple Dog. 10 лет назад она была главным оператором в команде Соло. Лучше всего пригласить ее на вручение награды. Я прав? Айцин! 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 Поприветствуем Айцин. Давайте пригласим Айцин вручить награду. Поздравляю. Когда я стану чемпионом, ты наденешь ее на меня. Потому что хочу, чтобы в каждой игре, что ты комментируешь, ты лично меня короновала. Спасибо. Убай, в такой момент ты хочешь что-нибудь сказать? Спасибо вам всем. Спасибо за одобрение комитета. На самом деле, многие не знают, почему мой псевдоним DT. Хочу воспользоваться возможностью и рассказать вам, и этому человеку, что DT означает «Время Apple Dog». Это так романтично! Он об этом не говорил. Вот что мой ник означает. Айцин. Это время мое, но и твое тоже.
мой сын! Капитан был таким красавчиком. Его псевдоним связан с Айцин. Он даже нам не говорил. Да, ни разу. Капитан такой романтичный. Я думал, его псевдоним связан с нами. Слишком много думаешь. Сяоми? Сяоми, где капитан? Он ушел. Ушел? Куда? Не спрашивай. Ладно, давайте собираться. Пойдемте праздновать. Да! Идемте! Собираемся! Ваше крабовое мясо и лапша с креветками. Спасибо. Приятного. Спасибо. Это следует есть так. Дай мне помешать. Отлично, пробуй. На самом деле, я хотела привести тебя сюда еще до игры. Дай мне попробовать. Как тебе? Неплохо. Вкусно, правда? Возьми больше, если нравится. Ты тоже ешь? Сяобай. Ну, в следующий раз, когда будешь публично признаваться мне в чувствах, пожалуйста, скажи заранее. Я так расплакалась на сцене. Выглядело ужасно. Макияж размылся. Обращу внимание в следующий раз. Будет в следующий раз? Я же шучу. Айцин. А? Не может быть. Прошу, пожалуйста, не делай мне предложение сейчас. Боже, я в повседневной одежде пришла сюда. Даже не приняла душ после игры. Пожалуйста, не делай мне предложение сейчас. Пожалуйста, не надо.闪烁星。
知道我会在不放手，仿佛一片纯白，无边梦海，四散零落着的孤单，默默忍耐，直到我登上冠军领奖台，金牌一定要。